Опа! Доброе утро, ребятушки! Всех приветствую на новом ролике, и вышел новый патч версии 4.7 в Геншине. Да, время 5:30 утра, и почему бы не начать с круток? Этот великолепный день, и чтобы вам поднять настроение, чтобы вы увидели, как прекрасно выглядят эти новейшие, прекраснейшие просто баннеры. Погнали делать все быстро. Как я хочу посмотреть на Кларинду. Да, какой он сочный. Он просто невероятный. Это все. Это мы крутим однозначно. Хайтамчик, приятненько. И оружечка, безумно приятная оружка, которую хотелось бы покрутить. Начнем со стандарта, быстро проскипаем. Не будем зацикливаться тут на этом кондаке. Хорошо. Ребятушки, как вам вообще патч? Давайте. Не все будут смотреть это прям с утра. Возможно, кто-то это будет смотреть через несколько дней. И кто-то уже опробовал, кто-то уже выбил Кларинду. О, легендарочка летит. Расскажите, как вам патч? Ожидаем ли он был для вас? Тигнари, окей. Привет, хорошо. И будете крутить ли вы Кларинду, потому что персонаж новенький, персонаж интересный, персонаж очень красивый. И да. И прошу прощения за мой голос севший, проснулся 10 минут назад, выгляжу отвратительно, но залетел быстро записывать крутки, потому что нужно это выпускать, это того стоит. Однозначно. Так, ага, гемы я тратить не хочу, не дождетесь от меня. Давайте, докупим. Может быть, прилетит еще одна, было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, нет. Ладно, еще пару круток. Молитва с этим ветром. Хорошо. И погнали крутить молниеносно Кларинду. Можно бы было, конечно, выкрутить сигнатурку и сделать ее крутой, но я хочу первый ролик посвятить просто Кларинде. Сетос. Кстати, Сетос. Как вам новый мальчик? Очень сомнительно, честно. И вот насчет него мнение также разделилось в комьюнити Геншина. Да. Ну, как в принципе и всегда. Будем надеяться, что... Будем надеяться, что нападают все C6. Конечно, все нападают C6. Четверки просто великолепны банально из-за одного персонажа. Если у вас Беннета C6 нет, то, конечно же, вы... Вам надо покрутить. Это очень полезный персонаж. Да и Тома стал более актуален, наверное, в нынешних реалиях Геншина. А где наша легендарка? Я не понял. Вот сейчас должна же, наверное, лететь. Да, летит. Давайте смотреть. Надеемся, что это Кларинда. Так, покажи. Мамочка, покажи, как ты можешь. Покажи, как ты можешь хоть и затянуть, но выпасть. Да, показала. Ну, а я вам лучше покажу спонсоров. Lego Market – это доступный магазин с приятными ценами, где ты можешь купить аккаунт с примагемами, начиная от 10 тысяч, так и где есть целых 65 тысяч примагемов на аккаунте. Ну а если долго ждать любимчика, тут есть даже аккаунты с легендарками. Хочешь – бери ганьюй, хочешь – забирай линии. Ну а если извращенец, то возьми аккаунт Сайна. На сайте действует молниеносная поддержка, куда ты можешь обратиться, и тебе непременно помогут. Ну а если ты введешь промокод Anabios, то получишь скидку 15% на свою покупку. Не жди, действуй. Да, продолжаем крутки. Ну а вы не забывайте залететь на Lego Market, и там вас хотя бы не заскамят, как тут. И вот, мы теперь крутим... Ищем 100% Кларинду. Посмотреть этот сплэш-арт Синьюнь. О. Синьянь.
Господи, я запутался, Синьянь. Да. Все, это шиза, это просто невероятно. Где наша легендарка? Я хочу увидеть еще одну Кларинду. Какую еще одну? Первую Кларинду. Да. Утром записывать крутки — такое себе, такое себе. Но... Кстати, Сетас падает достаточно интересно. У нас он уже C4. Да. И что я хочу сказать. Какой бы сейчас аккаунт ни получился, однозначно один из вас его себе заберет. Летит Кларинда. Просто напишите любой комментарий под этим роликом, и через пару дней я его разыграю в своем телеграм-канале. А также в телеграме проходит розыгрыш Луны. Кстати, еженедельный. Так что подписывайтесь и будете каждую неделю иметь шанс получить вот такое. Луну, чтобы накопить на Кларинду. Ой, какие у нее ножки. Ну это просто... Мамочки дорогие. Что это такое? Достойно, достойно. Хотелось бы еще... Ну, пару штучек такой. Ну, за такое количество нет. За такое количество гемов хотелось бы... Еще штучки 4 хотя бы. Все-таки. Ну, ладно. Давайте смотреть. Может быть, прилетит хотя бы одна ранняя. Потому что обе затянули, по-моему, для до софта. Так. Покажите Кларинду еще. Хочу больше Кларинды. Мне мало это... дозы. Где? Так, летит очередная легендарочка, и мы, конечно же, надеемся, что это будет Кларинда. Пожалуйста, давай. Мамочка, приди. Мамочка пришла и сейчас накажет всех, ведь она уже C1, а это... Топовая конста для нее. C2 будет еще приятней. Давайте поэтому доставать C2 быстро. Ну, кстати, гемы сегодня не так быстро улетают. О, Бен, это 2 штуки. И 2 круточки залутали просто с одной десятки. Это прекрасно. Так, где? Я не понял. А у нас будут ранние. Хочется прям раннюю. Я понимаю, ну победа. Победа — это замечательно. Тома, кстати, еще не C6. Тома, походу, вот как раз-таки сама мало тут падает. Очко — это, видимо, плохой знак. Это плохой знак, что мы сейчас с вами не получим. Ну да, причем тянет, очень жутко тянет. Очень жутко тянет. И мы надеемся на C2, по-моему, да? Это будет вторая конста, если это будет не Мика, а... У меня нет слов. Она меня банально достала. Она просто... это все. Не знаю. По-моему, у меня Делюк в какое-то время превратился в Дехию. И теперь... Я сейчас вернусь. Так, возвращаемся. Очень надеюсь, что хватит места. И не придется в очередной раз все убирать, уничтожать. Так, нам нужна не Дехия. Ну, у нас сейчас, в принципе, 100%. И сейчас нет... Яу-яу, малышка, ничего себе, а что ты тут забыла? Но это всегда приятно, всегда приятно. Где Кларинда? Кстати, крутки получаются прям... Мне прям не нравится. Если мы сейчас не увидим две леги в десятке, то мы, получается, разочарованы. Давайте скип, просто оп, Кларинда. Это C2, это только C2, за такое количество гемов. Это что-то, что-то с чем-то, да. Ни одной ранней, просто ни одной ранней легендарки. Ну как такое возможно?
Давайте сразу блеск. Оп, переводим. И всего 36 круток. Блин, даже блеска мало нападало. Падало мало легендарок и, соответственно, мало блеска. Да. Что делать в таком случае? Вот как назвать эти крутки? Ну тут прям лютый скам произошел. Отвратительно, просто отвратительно. Если она будет тянуть так всех, то я не знаю, что сказать. Надеемся на C3. Если это не C3, то все печаль. Все печаль, и через пару дней выпускаю еще один ролик. Нет, походу. Потому что это мамочка Кларинда. Кстати, с почты надо забрать. Да, ребятушки, не забывайте забрать гемы с почты. 600 гемов лишними не бывают. Ой, я вышел, я случайно увидел Кларинду. Нет, быстро докручиваем, мало ли. Всякое бывает. Ну что, по одной. Просто быстро докрутить. И не получить по ходу ничего. Ну что я могу сказать? Она достаточно красива. И кто бы сомневался? Кто бы сомневался в этой мамочке? О! Пошла нарезочка. Не, она шикарна. Она, безусловно, шикарна. И она стоит выбивания. Она стоит всех своих гемов. Так что я благодарю вас за просмотр. Не забывайте написать любой комментарий под этим роликом. И вы поучаствуете в розыгрыше на данный аккаунт. Ну и не забывайте залететь в телегу, потому что там вы именно и узнаете, кто все-таки заберет этот аккаунт. Ну и поучаствуйте в розыгрыше на Луну. Всем спасибо, всех обнял. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата.